большое общение, все что-то принесли, все прекрасно поют. Но не всегда так бывает. Не всегда так бывает, и поэтому так ценно общение. И поэтому так ценно знать, что у нас есть периоды в жизни, когда мы молоды, когда нам нужно работать, и когда мы уже в преклонных летах, все равно мы можем что-то делать. И Господь уже, ваш плод уже, он большой, он уже вырос, но он созревает. Он созревает и наливается соком, наливается этим вкусом, самым лучшим, который Господь дает. И когда, например, вы сорвете зеленый плод, он большой, он будет, может быть, твердым, он не сладкий, его даже неприятно иногда кушать. Но когда вы уже, как бы, плод ваш созрел, и вы налились этим соком Божьего благословения, и я знаю, что очень многие, как бы, люди в преклонном возрасте, они могут поделиться с молодежью своим опытом, своими историями. И у нас в нашей церкви была одна сестра-старушка, и мы хотели ее посещать, и она была прикована к постели. И, в принципе, ну, мы всегда приходили и думали, ну, как эта сестра живет? Она вообще не двигается. Она вообще, ну, что она вообще может делать? Как бы, наверное, она страдает, и ее эта жизнь вообще ужасна. Но когда мы к ней приходили, она настолько была радостна, она вся так молилась и прославляла Бога, и мы от нее зажигались. Мы зажигались от нее, мы уходили с таким, с радостью такой, что Господь, Он может наполнять любого человека в любой ситуации. И если Господь с нами, то нам хорошо и всегда приятно. И мы хотим спеть еще одну песню «Согревало солнце землю». Слава Иисусу!